Раненых ВТО готовы принимать в Запорожской городской больнице экстренной и скорой медицинской помощи. Об этом заявил главврач медучреждения Сергей Завгородний. Подробности далее в сюжете. Запорожская клиническая больница экстренной медицинской помощи обладает достаточным количеством мест и квалифицированного персонала, чтобы успешно лечить раненых, говорит главврач Сергей Завгородний. Отмечает, готовы принять от 50 до 100 пациентов. Он не понимает, почему до сих пор к ним не везут жертв АТО. Тем более, что от зоны проведения антитеррористической операции Запорожье всего в 3 часах езды, в то время как основная масса военных направляется в Харьковский и Днепропетровский военные госпитали. Я абсолютно ответственно вам всем заявляю о том, что ни один медицинский госпиталь в Украине не может оказать такую квалифицированную, высокоспециализированную помощь, как наши лечебные учреждения. Вопрос только в медикаментозном обеспечении. Сергей Завгородний с помощью СМИ обращается ко всем представителям власти. Просит принять во внимание его заявление о готовности помочь раненым. На вопрос журналистов о Запорожском военном госпитале, который именно для таких целей сейчас реконструируют, главврач 5-й горбольницы ответил. Это не время для того, чтобы тратить десятки миллионов гривен на ремонт этого учреждения. Вообще-то по законом военного времени любое лечебное учреждение, оно должно превращаться в госпиталь. И наше лечебное учреждение, как никакое другое, на сегодняшний день готово к этому. Сергей Завгородний считает нецелесообразным восстановление военного госпиталя, когда есть уже готовое с квалифицированным персоналом медицинское учреждение.